Мы находимся в поселке Донецкое, где расположилось подразделение Бабая. Вот, заняло высоту, продвижение наших войск идет вперед. Здравствуйте. Не, он заднего шептал о заходнике. Не в трубу только. Почему гвардейцы что-то с попыша сойдет? Рвет, потому что патронник самодельный. Это ствол стоит 7,62 в этом автомате. Ребят, работал на триуне. Мы приехали подкрепление. Сейчас будут совместные действия, взаимодействие подразделений. И на этом этапе мы будем выезжать уже работать из стрелкового оружия, из ЗУ. Пять, сюда семь, сюда повернул, сюда семь, сюда семь. Ну вот так, вот а потом работаешь, вот так работаешь, понял? А. Ну класс. Ты же под углом, ты ставишь прямо, тебе надо ставить под углом. Все, попало. Все, давай. Поехали. Пойми правильно, расчет есть, блядь, они пацаны не стреляют. А, все понял. Мы выдвигаемся с ребятами на сторону блокпоста номер 29, откуда сейчас будем производить прямой огневой контакт с противником. Yeah.
Ложись! Назад снимай, дружище. Сзади разрывается. Это сзади что было? Это вот это лук. Это ваша жизнь, блядь. Да? Ай, блядь, заебал. Подавление 29-го блокпоста. Сейчас там происходят прямые столкновения с ручным оружием. На данный момент наше подразделение градов будут производить туда бой, так как мы видим блокпост уже своими глазами. Вы видели это в предыдущих видео. Вот. Мы можем очень хорошо корректировать огонь. В ближайшее время украинских военных на нем не будет. Они уже два раза оттуда убегали. Думаю, сейчас будет третий раз.